основном на людей человекообразных различных существ, а не эльфов. Очень эльфов любит. А, она скована волшебной цепью и не может говорить, потому что ее крик может убить. То есть у нее до 30 охотничьих криков. Еще есть мрачные крики и так далее. Они общаются между собой, имеют разум. Вот. Но, к сожалению, это единственная ваша возможность посмотреть на живую банши, потому что они очень опасны. Их невозможно содержать в неволе, они в неволе не живут. Вот, если цепь порвется, вы все умрете. Опять же, невозможно ее сделать чучело, потому что она под действием собственных энзимов после смерти она сушится. Поэтому это вот цените ваш шанс. Вы увидели настоящую банши и остались живы. Пока. Редчайший экземпляр, редкий вид у нас. Маленький дракон, хранитель древа желаний. Я бы хотела сделать обращение ко всем, у кого дома есть цветы. Цветы растут, когда их любишь, как любит мир, детей, весну. И погибают в виде грубости, теряют цвет и красоту. Цветы, как дети, любят ласку, заботу, нежность, доброту. Они привыкли жить, как в сказке, собой рождая красоту. Полей цветок водицы чистой, взрыхли землицу, солнце дай, и он тебе подарит искру. Зимой холодно будет май. Ну и последний наш гость. Здравствуйте, дорогие зрители. Я прекрасный дух, сумасшедший Клар, сбежала из ближайшего дома, чтобы посетить замечательный вечер. Сбежала. Кто людям помогает, тот тратит время зря. А, хорошими делами, расслабиться нельзя. Ну что ж, я думаю, мы сформировали мнение. Ну и теперь самый... Да здравствует наш суд, самый честный суд в мире.